Росія вже втратила дві танкові армії і почала втрачати третю. В гарячій війні ми Україну побідемо за два дні. Чую побіждати-то, господи. Втрати Збройних сил РФ у танках за задокументованими та підтвердженими західними аналітичними центрами даними перевищили 1500 одиниць машин. Це безпрецедентний рівень. 1500 танків – це дві повнокровні танкові армії. Для порівняння, у війні судного дня Ізраїль втратив 400 танків. В Ірано-Іракській війні втрати в танках обчислювали сотнями з кожного боку. Вторгнення Радянського Союзу до Афганістану – це теж не більше 200 втрачених танків. Збройні сили України спалили за півроку повномасштабного вторгнення дві танкові армії, і зараз вони допалюють третю. У багатьох західних військових волосся стає дибки від масштабу цієї бійні. Тому ще раз підкреслюємо, що 1500 одиниць втрат – це лише підтверджені дані західними аналітичними центрами. Реальні цифри набагато вищі. А зараз в ефірі телеканалу «Еспресо», в ефірі програми «Студія Захід» Марк Фейгін, діяч російської опозиції на еміграції, колишній депутат Держдуми, відомий відеоблогер. Слава Україні, Марк! Радий бачити в студії «Еспресо». Питання на засипку, так би мовити, ви увійшли в еміграційний центр російської опозиції, політичний, так, який буде чи мав би з Києва робити якісь потужні рухи в Росії? Вы знаете, там еще ничего организационно не создано, поэтому туда некуда входить. Вот. Я откликнулся на призыв поучаствовать в круглом столе. Он, к сожалению, не состоялся. Там какие-то внутренние причины, связанные с безопасностью. Но сам по себе, насколько я понимаю, история продолжится. Насколько окажется субъектным эта инициатива, пока говорить рано. Потому что дело это серьезное, невиданное еще в русской политической истории за последние там, 30 лет. Никто не создавал полноценного такого военного сопротивления, резистенции. А, конечно, это в условиях войны все происходит. И это, в общем, влияет на все стороны вопроса. Но я так думаю, что шанс на то, что из этого что-то выйдет, есть. Он не нулевой, совсем не нулевой. Многие со скепсисом к этому относятся, в Украине особенно. Ну, в Украине вообще не очень любят русские инициативы. Ну, ничего с этим не поделаешь. Вот война такая, да, и в условиях войны приходится так или иначе даже кому-то, даже через нелюбовь, через эту ненависть, все-таки соглашаться, что у войны есть свои резоны. И все-таки средством борьбы с врагом является в том числе и поддержка его противников. Ну так, ворог мого ворога, так би мовити, мій друг. З другого боку, так ми розуміємо, наскільки це було відчитано в Кремлі. Так ми розуміємо, всі найстрашніші параноїальні марення Путіна будуть реалізовуватись буквально в режимі реального часу. Так, ну і говорячи вже про Путіна, так ми бачимо, наскільки в нього щось він справді здав. Ми пам'ятаємо, так, от всі от прогнози професора Солов'я, що Путін там хворий, що незабаром там все так далі і так далі. Ніхто йому не вірив, але зараз Путін справді виглядає погано і непереконливо. Ну, смотрите, я не очень верю в то, что, несмотря на находящийся в опале Шойгу, будет отставлен. До конца кампании это не в стилистике Путина. Он дождется какого-то момента, когда это не может вообще никоим образом негативно сказаться на ходе войны или там на моральном ощущении бойцов, либо генералитета, либо партии власти. Потому что, ну, конечно, посередине войны взять, убрать Шойгу, это произойдет самое неблагоприятное впечатление, что любого могут слить и так далее, и что повесить на него всех собак. Хотя это запасной вариант всегда. То есть, если, допустим, представить себе, что украинские войска ворвутся в Херсон, захватят его, деоккупируют, то все равно нужен будет какой-то козел отпущения, правильно? Ну, не сам же Путин в этом виноват. Виноват и генерал, виноват этот пиджак, возглавляющий Министерство обороны. Вот тут нельзя ничего исключать. Но пока, во всяком случае, Шойгу может оставаться в качестве некого громоотвода публичного. Ему же поручают вот выступать с разными совершенно безумными заявлениями. Какое, например, было последним о том, что наступление заторможено российских войск ввиду того, что они пытаются сберечь гражданское население. Вот нормальный человек, наблюдающий за войной, он может, вообще говоря, воспринять нормально же подобного рода заявления? Ну, с урахуванием військових злочинів, які вони робили в Маріуполі, да, так, да, на півночі Київщини і так везде, далі, ми розуміємо, що як це можна тлумачити. И тем не менее, ему поручили это говорить, потому что, ну, действительно, они же в начале августа планировали двигаться на Николаев, через Николаев на Одессу. Пропагандисты просто прямо в деталях описывали эти планы,
с визгами, с выкриками «Дадзебао» и так далее, этого ничего не произошло. Поэтому это какой-то определенный отыгрыш, который понадобилось произнести, рассказать об этом публично для того, чтобы можно было говорить, ну да, мы не наступаем, бережем мирное население Николаева, там, Кривого Рога и так далее. А для этих целей Шойгу могут продолжать использовать. Проблема шире. Она в чем заключается? Прежде всего, самый главный аспект – это долгая продолжительность войны. Все-таки 6 месяцев, сейчас уже скоро мы подходим к 7 месяцу, да, это очень много. Это очень много, и на это точно не закладывалось, и точно на это не закладывалось население и властный класс. То есть, все-таки, как, их же застраивали на это быстро все, стремительно. Ну так, их заточували на швидку кампанію, так за тиждень все вирішити. Ну, а загалом повну окупацію вони радше всього планували провести до 24 серпня. Їм дали по зубах, вони відкотилися і почали відкочуватися, але все одно з ресурсом у Російської Федерації, наскільки я розумію, непогано. Але, якщо зеків беруть, ну, це означає, так, що вже рублю. Льом, так би мовити, довгим не заманиш, бо ж можна попасти в гріб. Да, я думаю, эта проблема есть. В личном составе это самая тяжелая проблема. Во-первых, потому что потери дикие. Да? Если гигантские потери, то совершенно же очевидно, что нужно чем-то замещать эти потери. Ведь это же не потери тысячи человек, да? Речь идет о десятках тысяч человек. И это еще одно свидетельство, что народ сам лично, несмотря на всю поддержку, там, выкрики ватные и так далее, воевать не хочет. Потому что это же одно дело наблюдать за этим со стороны, как другие гибнут, да, превращаются в пепел, превращаются в просто утилизированный материал. А тут самому. И мы не видим больших очередей добровольцев, которые бы ехали. Может, они и были, но они все утилизированы. А где они? Поэтому что зэки, что вот в Мулино, то, что третий корпус сформировали в Нижегородской области, и который, видимо, уже перемещен на территорию боевых действий в Украину, на востоке и на юг. А, ну, там же, в общем, состав неподготовленный. Об этом многие свидетельствуют. И есть об этом достаточно ясные данные, что людей берут всех подряд. И по возрасту, и по навыкам, и по всем другим критериям. И это свидетельствует о том, что дефицит есть. И также важно сказать, что работают эффективно же западные вооружения, доказавшие свое преимущество, доказавшие свою эффективность по сравнению с российскими. Ну, естественно, поэтому утилизация идет быстрее и эффективнее. Я думаю, что Путин сейчас находится через это, в тупике, потому что, а сколько у него резерв, сколько он может еще вести войну? Еще год, два, 10, 20. То есть, ну, такой вопрос. Сама цифра это пугает, потому что чем дальше, тем больше возникает разного рода следствий. Ввиду этой продолжительности, это и санкции, это и вот визовые баны и так далее, и так далее. Для властного класса, для обывателя, который не ездит за границу, может быть, это и не важно. А для людей, которые вовлечены в систему принятия решений и сами являются и коррупционерами, и бенефициарами этой системы на разных уровнях, от города там, до Кремля, ну, для них это болезненно, конечно. А какой предел этого терпения, этой болезненности? Да? Ну и питання того, щоб місцеві еліти, так би мовити, починають дедалі частіше гинути за загадкових обставин. Ну, голова директорів «Лукойла», наприклад, там вирішив раптом викинути з вікна. Так, і так далі, і так далі. Таких же історій насправді багато, якісь дивні самогубства серед генералів. Війна дуже благоприятне время для сведення счету, кстати сказати. Всегда. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео, пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.